Штат Небраска. Сегодня 20 декабря. Не выдержал, остановился, решил снять. Это невероятное что-то. Тысячи, стаи огромные. Я не знаю, что это за птица. Делится на две цветовые окраски. Одни белые с кончиками крыльев черные, а другие с черными крыльями и с белым телом. Но эти стаи тянутся уже, я не знаю, сколько миль я проехал. Вот, к сожалению, я не могу вам передать это все с этой камерой. Но вот я сейчас попробую показать, может быть, камера все-таки снимет, но вряд ли. И когда я ехал издалека, я подумал, странное облако, которое шевелится. Вот эти стаи летят и летят. Что за птицы, ума не приложу. Какие-то гуси, что ли, непонятно. Но я проехал, наверное, миль 15-20, и вот эти стаи все тянутся и тянутся, тянутся и тянутся, они летят и летят. Я еду на восток, они летят на... Так, восток у меня там. Ну, в любом случае, они летят на юго, на юго-восток они летят. Я такое видел только однажды в своей жизни, когда я служил в Туркмении. А над пустыней Каракум пролетали тоже стаи. Это явно гуси какие-то. А пролетали стаи гусей, лебедей, но больше всего меня тогда поразило, это стаи фламинго. Их поток... Да, это гуси, вот они все-таки разбиваются на клинья. Поток фламинго тогда, он тянулся от горизонта до горизонта, но они, в отличие от гусей или лебедей, летят не треугольником, не клином, а просто вытягиваются в одну полосу. Летели они очень высоко, но то, что это было... То, что это было, были именно фламинго, было понятно. То, что этот ручей по небу был розовый. Здесь, во Флориде, я видел фламинго. Они действительно розовые, причем ярко выраженный розовый цвет, я бы так даже сказал. Да, невероятно. Такое событие я вижу впервые. Ну ладно, мне нужно продолжать свой путь дальше. Еду я в Небраску, на границу с Айовой. Там разгружаю свой груз, загружаю по новой и еду опять в Аризону. В Небраску я тоже еду из Аризоны. Ну все, всем пока.